Данное видео было снято более чем полтора года назад и имеет максимальное количество постановочных, максимально кринжовых, ужасных, пошлых шуток. Поэтому данное видео рекомендуется к просмотру никому. Но мы начинаем. Ну, пузо продолжение. Что ты накупил в этот раз? Это спагетти. Спагетти. Он будет жрать спагетти. Ну, это не считается. Главное, будем все есть спагетти. Все спокойно было, пока ты не приехал. Тут Асика пиписечка, но и сладенькая киса. Ля, ля, ну все. Шик. А у нас новенькая. Damn girl, what's your name, girl, baby? Она не знает совсем английский. Саша, все, это Саша, у нас новый персонаж в третьем сезоне. У нас сегодня первый отходной вечер, друзья. Мы только встретились, поэтому после... мы дикие овощи, экшона не ожидайте. Да. Может, сиськи-аськи, это максимум. Короче, я ночью поспал 2 часа, проснулся, потом 7 часов на поезде, пытался спать, это было отвратительно. Храпел, блядь, на весь вагон, пытался спать. Ты серьезно? Я правда пытался, да. Я просыпался, это было ужасно. Короче, потом... Чё потом? Мы похавали, и потом еще полтора часа на такси. Время охуительных историй, я понял, так, я пойду подрачу. Ты же обещал, без меня не ключи. Ключи. Пойдем, подрочишь мне, киса. Пойдем. Она подрочит меня. Ай, она мне дрочит, все, пока. Ура, maybe baby, снова, друзья. О, ахигао банан. Короче, кто не понимает, друзья, у меня только что был юбилей, 25 лет, именно поэтому Ася в честь моего юбилея подарит мне свою вагину. Да! Да, кисочка, о, да. А зачем тебе несвежий товар? Несвежий товар. У меня секса, блин, ну да, я вон сколько уже издрочила в Белгороде там. Подари анальную девственность. Анальную девственность? Давай прям шоколадку. Блять, ладно, убедил. Давай, Ася. Семейный просмотр кино. Вот так смотрит банан фильмы. Классика. Это тот же момент, что в том влоге. А потому что ничего не меняется. Точь. Есть традиция смотреть Гарри Повер. Давайте, детки, продемонстрируйте все, что можете. Давайте, пройдите этот кастинг. И попадете в мое модельное агентство. Ну, друзья, все крылышки сожраны, а значит и день подошел к концу, значит вы прощаетесь на сегодня с бананом, и завтра приключения продолжатся. Это не я, ну мы все знаем, мой дурашка противный. Сегодня на шоу Гордона Рамзи у нас главный гость банан. Расскажите, что вы сегодня подготовили для нас и удивите нашего шеф-повара. Значит так, во-первых, пошел нахуй, раз я Гордон Рамзи, сразу сходу, просто ты ничтожество. Так да? Не ты Гордон Рамзи, ты у него в гостях, показываешь ему свой скилл. Хорошо, тогда Гордон Рамзи пшел нахуй. Так вот, пока Бухло ждет вечера, пока Ася питается дошками и ролтонами, я, как истинный сомелье, приготовил... спагетти. Воу, выглядит реально восхитительно. Да, спагетти была. В чем ваш секрет? Я охуенно. Ветчина была, вот, кушали, так что там, да. Реально. Правильно. Ну, вы определенно займете первое место, да, в конкурсе Гордона Рамзи. Спасибо. Приходим к следующему участнику. Ясно, просто плейлист банана. Я пытался переключить френдзону, но там следующий френдзон. Тоже френдзон оказалась следующая. Упси. Настенька, кисонька, теперь мы с тобой в интимных отношениях. Она просто зашла в туалет, а я там голый был. Как сексуально она сушит волосы. Девочка, сосочка, чего одна? Сейчас будет два. Тут, короче, на улице прям лето, охеренно. О, какой сексуальный кадр. Смотрит в будущее. Давай такой кадр, смотришь в будущее, вон туда. Damn boy, погода просто секс. Просто секс. Ну что, друзья, мы приехали в Москву-Сити. Здесь ветер, возможно, ничего не слышно. Возможно, вообще ничего не слышно. Возможно, ничего не слышно. Вот у нас Афимол, Башня Федерации и прочие дела, друзья. Поэтому тусим, погнали. Всех не сожри только.
Вот это романтик. Смотрите, как романтично. Они идут и держатся за ручки. Конечно, потом самец съедает самку по сюжету, но это не важно. Да, хотя бы меня не сожрал пока что. Но это еще будет впереди. Вот сука. Выбирает себе еще один холодильник. Сучка. Мразь. Ты что делаешь? Он себе еще один холодильник покупает, все, вся еда не влезает, надо еще один. Два холодильника. Настя, там тебя он будет хранить на ночь, а потом жарить днем. Сидит, стоит, смотрит на пейзажи. Не знаю. Учитывая, что здесь сильно жирное ты и я, то тут будет сложно найти что-то менее жирное. Короче, ничего нового, друзья. Влог, как всегда, продолжает экшонить. Смотрите, какая Настя. Прям, давайте Настю сожрем. Реально хороший план. Котлетки с пюрешкой. С пюрешкой? Приятного аппетита, хули. Настя, приятного аппетита. Короче, обжирала. А потом продолжаем гуляла. Слышь, нам вниз. Куда он пошел против эскалатора? Аська пиписька. Damn, girl. Короче, едем с Аськой пиписькой по эскалатору. Завтра приедет ее ебарь Магуайр. Да. 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 Отлично, жду. Отлично. Тоже жду. Кого-нибудь третьего. Буду рядом садить, куколдить. Красивого третьего. Ну, по-любому я, все. Да. Я забил место. О, yeah, baby. Москва-Сити. И один, другой огромный приезжий небоскреб. Так красиво. Даже я на фоне них смотрюсь маленький. Нет, ты на фоне них больше раза в три. Потому что ты в упор меня снимаешь. Ну я чё виноват, что у меня сегодня портретный объектив только. Банан Пузан спешит на помощь. Настоящий супергерой этого города. Давай, покажи всю силу. О, да, настоящий. О. Короче, Настя решила подбухнуть. Я да? Водки. Водки. Ну, а я взял себе латте. Да, большие. Посмотри, какой большой. Найс. А мы здесь, короче, с Асей ждем. И снова ждем. Damn boy. Да, какая писечка. Ну, напишите в комментарии, выебали бы ее или да. Я сама себя выебу, охуенный кто-то. Ну, только какой-нибудь маленький, крупненький, сипненький, леви. Люблю карликов 160, агрессивных. Айтипедия. Damn. Пиши мне, call me baby. Этот кринж я вырезал. Белгородское быдло изучает стенды информации. Слышь, не подходи ко мне. Блять, он подходит. Погнали в кино. Мы идем в кино. Ну что, в кино теперь. Едем в кино. Это не наш, это не наш. Нам на один выше. Я это не, вроде не вошло, не успело, пока я врубал. Хватит выть. Чего ты воешь? Я тебя прихуярю, сука. Мы, друзья, попали в кинотеатр. Знаете, на какой фильм мы идем? О! Поднимай, ты платил, ты поднимай. Не, давай ты поднимай. Ну, блин. Вот ты ублюдок, блин, заставил свою жену поднимать билетики. Тебя въебать? Не надо. Ну вот, знаете теперь, друзья, банан не поднимает девичьи чеки. Но он зато она поднимает мой член всегда. Но не об этом. Хули ты мне фак показываешь, а? Сейчас он будет в одном месте. И ты знаешь в каком. И в чьем. Конечно, конечно. Рассказывай мне, как он поглощает ее. Просто высасывает. Да. Damn boy. С
сутенер и его женщины. Блин, это тебе есть донат. Донат? Блин, я люблю донаты. Блин, отлично. Отлично. Друзья, ссылка на Donation Alerts в описании. Поддержите канал, будет больше выпусков Банан Пузан. Мы посмотрели Конг против Годзиллы. Да, я против тебя. Друзья, у нас начинается супер эпичный вечер. У нас здесь, конечно же, Стинт. Мой сладенький. Пум. Так, хотя бы, надеюсь, ебало не набил. Короче, сегодня эпичная туса. Никто больше не приедет, на самом деле, на мой юбилей, но похуй. Но спасибо, что ты приехал, Стинт. Не за что, брат. Пюрешечку сейчас принесут. Кисочки. О, какая жопа, Вася. Ася, прислони ее к этому окну. Давай прям, блин, секс-контент. Она, ну так, в принципе. Ты меня простил, ты меня... Простил! Сказал, давай завтра пойдем. Бро, финальный! Банан уничтожает Стинта. Нет! Пососал хуй. Как вы отнесетесь к этому комментарию? Очень хорошо сосет хуй, да. Нет. Это хуёво. Блять, подставил меня. Гениально. А хотя я могу поцнуть его, смотри. Бля. Теперь мне зверь. Смотри, смотри, тут двойной. Отлично. Это ты хуй забьёшь. В чём пьёт-то? Бля. Бля, отлично. Да ладно. Сука! Как можно быть таким кривым, Банан? Записывайтесь на мои курсы. Мастер-класс по, конечно же, бильярду от Банана Пузана. Это считается. Давай раз. Это считало. Мы все видели. Мы все засняли. Грустно сидеть. О том, как Лин меня, блядь, снимает и достает, не замечает, как я нежно подбираюсь сзади, хватаю его маленькие причиталы и начинаю делать я танец, тайский массаж. Как? Какой пиздец, я пошел, не надо мне массаж очка, простаты делать. Знаешь, тут сиди сам дрочись, мы пошли погуляем. Все, пока-пока. Духаст Вячеславич, Духаст Вячеславич. О, Духаст Вячеславич. Стинт, ты нас так рано покидаешь, приехал на 2 часа. Да, мужик, потому что надо спать. Запомните. Очень важно соблюдать здоровый сон и любить маму. Реально, как няшно. Да-да. Пока, Нелли. Да, все, пока. Пока, Настя. Стинт уехал, но остались всякие прелести в виде недоеденного вопера и наггетсов. Банан уже даже один подсхавал. Неправда. Неправда. О, конечно, неправда. Так, свидетели, вы видели, что подозреваемый Банан съел наггетс? Да? А вы, Анастасия, подтверждаете? Ты веришь, проститутка, пиздит, пиздоволка. Ну, в принципе, голос проститутки... Чёрная грязь! Голос проститутки не считается? Так, Саша, он жрал наггетс? Подтверждаю. Подтверждает. Анастасия? Они тебя наёбывают, потому что это ты всё съел. Не надо защищать его только потому, что он твой муж или ёбарь, неважно. А жена имеет право не лжесвидетельствовать против мужа. Ладно, ладно, ладно. Можем ко мне поехать. Можем к тебе приехать. Можем. Привет, сладенький. Привет, сладенький. А, сегодня днюшечка. Сексуальный Магуайр снова в кадре. С Лешей разговариваю, кстати. С Лешей? Да. С айтипедией? Давай. Всем привет от Лехи, короче. Да, айтипедия вам передает привет. Ебался я ебашу. Блять. Сейчас шар будет гонять шары. Зачекайте. Йоу, смотри, сколько шаров сразу накатал. Царь шаров. Это отборное мясо. Отборное. Смотрите, мясо. Оно распадается на волокна.
Вот когда вы создадите такое искусственное, тогда я и буду есть искусственное мясо. А пока что... К тебе мясо пришло. Одну. Он тоже ест мясо. Нет, он что ты ешь? Ты что ешь? Холеный пирог яблочный. Пирог яблочный. Ебать, ты первый, кто его ест. Значит, я буду вторым сосать. Я тебя перегнал. Я просто не очень люблю яблочный пирог. Ну, ты хуйсос. Его ж ебали. Кого? Тебя тоже ебали. Яблочный? Нет. Да. Коррупция. Короче, друзья, у нас здесь тортелло. Вот такой вот медовик торт огромный. Торт реально выглядит очень. Вряд ли. Да ладно тебе. Так. Какой киношный же кадр, ёб твою мать. Ля, да это же искусство. Это потрясающе. Ну, смотрите, член. Какой писюн. Огненный писюн. Спасибо, мои сладенькие. Ля, смотрите, друзья, тут классный очень писюн. Мне он очень нравится. Спасибо, друзьяшки, за классный писюн. Угу. Давай. Ура! С днем рождения! Дэм бой, всем спасибо. Да, охуенно. Теперь можно наконец-то его сожрать. Ты желание-то загадал? Загадываю то, чтобы... Все, вы поняли, друзья. Ты должен был перед тем. Ставьте лайк. Торт очень вкусный. Черничка. Привет, друзья. Настало следующее утро после вечеринки в часть моей днюхи. Сказать, что я живой, это ничего не сказать. Посмотрите, какой мертвый. Блин, у меня пухший какой-то. На самом деле, просто жирный. Но не об этом. Давайте посмотрим, что творится у нас снаружи. Что делают люди. А люди у нас играют в бильярд. Да, здорово. Здорово. Я так ебашу это вообще. Он тебя выносит? Демон, да. Блин, да что такое? Собираемся ехать в кино. Банан уже там, короче, ждет. Будем смотреть «Властелин колец» переиздание в 4К первый фильм. «Властелин конец». «Властелин конец». «Братство очка». «Маг очка». «Маг очка». Короче, приехали в торговый центр, тут сразу нас встретил «Банан». Идем кино. Смотреть в IMAX. «Властелин колец», «Братство кольца». «Братство анала». Все сразу вышли. Ася, привет, привет. Ну чё, мы посмотрели, кинчик. Ася, уединимся там, чё ты, куда пошла одна? Пойдём. Всё, иди сама. Вообще угар. Первый «Властелин колец». «Властелин конца». Для твоего хуйца. Брат за брата, очко разрата, вот такой. Посмотрел, блин, фильм в 40-й раз? Грандиозно. Грандиозен просто он. Но не об этом. Чё мы это? Ты что-то берешь? Конечно, наберу. А, да, презерватива. Ася. Да. Нормальный вообще. Или вот так. Ты чего? А покупай теперь. Покупай. Не могу купить. Всё, друзья. Я это заснял. Это баклажан. Баклажан. Ержан. Крем. Что ты берешь? Ты берешь что-то? А, да, или мы заказываем таксо? Завтра банан утром уже, к сожалению, уезжает. Сидит, ест пиццу с ананасами. Лосося. Короче. Лососяся. Если вы по каким-то причинам не видели «Властелина колец», бегом в кино посмотрите. Хотя это выйдет тогда, когда он уже закончится. Посмотрите, да. Дома. Но он сейчас идет в кино, и это божественно. Да, я в сторис как могу просвещаю, это охуенно. Это все не важно. Главное, что банан живет. И он счастлив. На самом деле, все эти дни здесь были очень ламповые. А они какие-то ламповые в этот раз, да? Да, они спокойные, без тусучей. Но не скучные, а просто ламповые. И, нет, до тысяч, ну да. У нас будет спешл бёздый выпуск. Да. Походу, а не сезон. Ну, конечно. Да, тут сезон очень нет. Это чисто дрэшная хуйня. Поэтому, что я хочу сказать. Как обычно, самая мякотка тогда, когда камера выключена, а Клим снимает только в те моменты, когда я либо жру, либо кто-то приезжает или прощается. Поэтому, как бы, ну... Вот если бы вы были с нами... Подходит к концу эпичная серия.
приезда Пузана. Вопрос. Ты спал в моей кровати. Я как медведь в сказке о Маше и Медведе. Угу. И там были салфеточки. Ты дрочил? Не, у меня аллергия. Я бы сказал, что подрочил, но это аллергия. Я тебе. Когда я чихал. Ладно. В этот раз это аллергия. Хорошо. Но в другой это бы дрочил. Я просто такой облизнул, блядь. Да. Не так, как хотелось бы. Так это. Аллергия. Доброе утро. Я, короче, ложусь спать, так хорошо лежится, лучше, чем обычно, такой прям и потом Клим такой врывается, отдай мою подушку и одеяло. А это, короче, я лег на твою подушку, и она намного удобнее, чем то, что там было, я прям, ты, блядь, ублюдок. Пока. Я вернусь. Йоу. И бильярд. Ты! Единожды уже. Ты никчемен, банан. Всех, кроме тебя. Нет, был и тебя уничтожен. И переиграл. Не забывай, я годила. Великая битва продолжится. Но уже в следующем сезоне. Банан Пузанна.